Нянька, Фима, все умерли. Фима! Я кричу, как зарезанный! А вы извольте любоваться своей наружностью! А я ножи чистил. Бросьте ножи, идите к Егору! Я туда не пойду. Почему там барыня? А все равно. Почему? Там холерос. Холерос. А барыня пошла. Стучат. Стучат. Откройтесь, смехит, как змея. А это вы? Вы знаете новость? У нас на дворе холера. А Лена пошла туда лечить. Ай-яй-яй-яй-яй, и у вас тоже. У соседа моего полковника повара вчера увезли. А Елена Николаевна пошла туда. Да зачем же это она? Неизвестно. Тайна сия велика есть. Да как же вы ее отпустили? Я не знаю. Да, это... телефон. Здрасте, Милая Николаевна. А? Здравствуй, красавица. У меня к вам просьба большая есть. Какая же это? Замуж я выхожу за почтенного человека. Очень почтенный. Кто же это? А сосед ваш? Неужто полковник? Да нет, куда ж мне? Качель, Василий Васильевич. Ой, старый черт, в ревматизмах весь. Да ладно, я уже решилась, и все слажено. А от меня что надо? Ну, как я сирота с воспитательным. А не пойдете ли вы ко мне в посаженной матери, а? На, вот, выкуси! Ты меня за сколько Елена Николаевна продала? Я за! Стых! Очень что? Жаль. Я думала, как вы сами себя старику продали. Что? Что ты? Так, что может, ты мне поможете в этом же, а? Не смей. Да ладно, так себя лучше устроить, чем на улицу выходить. Хоть один будет, а не сто. Иди отсюда, иди отсюда, дам я тебе деньги, иди отсюда. Благодарю, когда дадите, а? Нет, сейчас со мной, иди ради Христа. Но я сегодня вечером зайду к вам. Не обманите. Да иди. Лена. Лена. Лена вернулась? Милана Николаевна, что такое? Что с вами? Святой человек, спаси рабу! Утопаю в грязи, в подлости своей утопаю. Сделала я поступок, изгадила себе душу. Очисти! Кто кроме тебя это может? Подождите, я так упаду, подождите. Вы сядьте, то есть встаньте. Встаньте, вот теперь, прошу вас, вот вы сядьте. Так, что вы хотите? Возьми меня к себе. Позволь около жить. Только б видеть тебя каждый день, слышать тебя. Я богата, все возьми. Выстрой себе кабинет для науки твоей. Башню выстрой. Взойди на высоту и живи там. А я внизу у двери твоей стоять буду и никого к тебе не пущу. Все мои дома, земли, все продай и все возьми себе. Однако это идея. Даже какую можно устроить лабораторию? Да, 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 и возьми меня, чтобы я всегда видела тебя. Не говори со мной, не надо, только посмотри на меня иногда. Только улыбнись мне, была бы у тебя собака, ты бы ей улыбался, ласкал бы ее иногда. Так вот я буду вместо собаки. Нет, ну что, зачем же, не надо, это так... Нет, это не нужно. Но вы знаете, я сильно поражен, разве я мог предполагать, что у вас... Так увлечу. Милый, да я глупая, я тупая, как бревно, книжки твои. Не понимаю я их. Ты думаешь, я их читаю? А что? Целую я их. Взгляну туда, а там такие слова, что никто, кроме тебя, и понять не может. И целую. А я все думаю, отчего это пятна на переплете? Ну, целовать книги, ну зачем? Ну, Мелания Николаевна, это уж какой-то фетишизм. Да пойми, люблю тебя. Так хорошо около тебя, чисто, ясно. Божий человек, люблю тебя. Милана Николаевна, подождите, я...
я никак не могу поймать вашу основную мысль. Может быть, вам будет удобнее переговорить об этом с Лен? Говорила я с ней. Хорошая она. Она знает, что ты ее не любишь. То есть, подождите, как не любишь? Ну, она хорошая, она добрая, она гордая. А как буду я с тобой, как будешь ты моим? Подождите, что значит моим? Подождите. Милана Николаевна, извините, я ставлю вопрос прямо. Вы что, влюбились в меня? А я про что говорю, родной мой? Я про это и говорю. Да? Ну, вы знаете, я ведь думал, я думал, что не так. Вот так, что обезумело. Ну, конечно, я очень благодарен, очень тронут, но, к сожалению, понимаете, ведь я женат. То есть не то, я хотел сказать, давайте не будем говорить об этом Лене. Мы уж сами как-нибудь разберемся. Она знает. Что знает? Тихо, сюда идут, брат, тихо. Вы идете. Идем. Милана Николаевна, ну такое положение, просто невозможное положение. Я, может быть, кажусь вам смешным, это оскорбляет вас, но, голубушка моя, милая моя, хорошая моя, это, ну ведь это так странно и так не нужно мне. Не нужно? Нет, и вы понимаете, потом я должен сказать об этом Лене. Она там, я еще волнуюсь за нее, и я не могу не сказать ей, понимаете? Только не сердитесь на меня, пожалуйста. Лена! Лена, все с себя сбрасывай сразу в огонь, в печку, в ванну, немедленно! Фима! Фима! Да не суетись, я все сделаю. Лена, это не шутка, это опасно, Лена! Ну, холера, это же так опасно, это же не шутка. Какой сегодня пасмурный день. Да. Вообще неприятный день. И потом это еще холера, ну так не своевременно. Да, неожиданно. Потом у меня холодильник сломался. Павел Федорович, простите меня. То есть как это? Забудьте. Забудьте все, что я здесь сказала. Забудьте. Милана Николаевна, вы серьезно? Серьезно. Глупая, дерзкая я. Милана Николаевна, вы такая милая, я вас так люблю. То есть уважаю. Вы такой интересный человек, вы так глубоко интересуетесь всем. Но поймите, это не нужно. Давайте будемте друзьями, а? Да мне стыдно на вас смотреть. Ну, вашу руку. Ну, знаете, вот сколько славной способности в людях понимать друг друга. Да я людей-то не видала, я среди торговцев жила. Да. Муж у меня мясом торговал, вот только у вас увидела, что люди есть. Ага. И сейчас же покупать стала. Да что вы говорите? Да не слушайте вы меня! Это я так. А давайте, знаете что, давайте с вами выпьем. Давайте. Чай. А? Давайте, я к Елене Николаевне. Да, а я насчет чая распоряжусь. Хорошо. Вы знаете, сегодня день такой невероятный. У меня холодильник сломался, починить некому. У Егора жена заболела, я просто не могу работать. Так-то я работаю.